Привет. С днем рождения тебе, кстати. 32 я видела. Что там случилось? Кое-кто перебрал. Кое-кто перебрал. Опять все нажрались, как эти. Что там произошло? Да ничего такого. Драк вот не было. Вроде нет. Только плохое поведение. Кем Влад ругается? Да со всеми. Влад же закодировался. Почему пьет? Психанул. Блин, что там случилось? Да ничего такого, просто Владос немножечко перебрал. Какая твоя девичья фамилия? Карипанова. Владос опять белку поймал. Да. Почему? Почему не на ДР Влада? Он с Алиной? Нет, он не с Алиной. Ты всегда такая спокойная. Не, не всегда. А почему не на день рождения? Во-первых, я с детками, а во-вторых, ну, я прям редко пью. Вот, и я могу там чуть-чуть выпить, чуть-чуть себе позволить, но это крайне редко, когда уже, ну, прям хочется как-то расслабиться. Вот. Так, потанцевать могу, но не больше. У меня характер на самом деле неспокойный, но со временем я начала взрослеть и потихонечку успокаиваться. Вон в эфирах увидите с бывшим мужем. Ой, там я совершенно неспокойная. Как дела у Ромашек сейчас? У Ромашек все хорошо. У Ромашек все хорошо. С кем ругается Владос? Да ни с кем. Напиши в директ. Как у вас дела с бывшим мужем? Никак. Клава с Грантом, да. Вы с Бухенвалд одинаково по характеру. Бывший твой на проекте? Нет, ушел. Как там Юля Бела ведет себя на ДР? Ну, когда я ходила, вроде бы адекватно. Тигран за ней присматривает. У вас плохая шумоизоляция? Ну, здесь относительно, да, достаточно плохая. Но я в вип-доме живу, и в вип-доме все-таки потише, нежели если в общем доме жить. Там вообще трэш. А тебе Юля маленькая написала, чтобы ты в директ написала. Да я видела, Юлька, немножечко это... Потом я отвечу, почему ушел, не получилось у вас, а кто заявление в ЗАГС подавал? Маленькая Юля насчет почему ушел, потому что мы очень сильно ругались, поэтому ушел. Вот, но он, наверное, еще вернется, а там не знаю. Где сейчас Ромашки, не знаешь? На тусовке танцуют. Я только что оттуда. Ходила, разведывала обстановку.
как выспаться при таких криках? Девочка от Влада ушла, что ли? Ага. А Дея встречается с этой девочкой? Вроде нет. Алена с Аней? Не поняла, в смысле Алена с Аней. Не знаю. Вы очень хорошую пару с виду. Очень хотелось бы, чтобы у вас все получилось. Вы были парой на проекте. Вот интересно смотреть. Ой, стоп, ребят, я говорю, тут хреновое крепление. Ну, еще недельку точно посмотрите. Вот хороший парень и не везет. Алина, которая с Дубровским была. Нет, не... кто из ведущих тебе больше нравится? Наверное, Кадони, Бородина. Да все, каждый по-своему прикольный. Что за дикие танцы устроили Ромашова? Ну, просто немного подвыпили, подрасслабились. Крис и Ваня вместе, да. Адеев с Аней, но... Что случилось у Адеева с Аней? А, я сама еще толком не знаю. И, а то, что знаю, говорить пока нельзя, потому что это, ну, не эфирно. Пока, правда, нельзя говорить. Не знаю, как уместиться-то, чтобы удобнее было. По домам уже разошлись или тусов до сих пор. Ну так, там уже кто осталась? Белая, маленькая Юля и Ромашова. Владос из-за Алины напилась. Так, ну я думаю, Алина тоже. Захарова приехала с Аленой, они не общались. Да, Захарова приезжала. Нет, они так не поговорили. А кто там говорит? Это на заднем фоне, в соседней комнате Клава и Грант, наверное. Ругаются. Потому что он вернулся за Гоа. Ульяна, из девушек ты просто самая красивая. На проекте из мужчин Тигран. Спасибо. Сколько тату? Три. Клава уже рассказывала, что Аня была с Грантом и какой-то девочкой эти дни. Ну да, я слышу тоже такое, тоже слышала такое. Не сказала бы, что Тигран красивый уж. Насчет Ани Адеев мне сегодня сказал, что у них был кекс с Грантом. Грант не с Аней Адеева загулял, с ней. С ней. Аня в тихом омуте. Ну, кстати, с Аней еще не разговаривала, только версия с одной стороны. Крис спит уже. А Горина почему за периметром? А я, кстати, не знаю. Не застала этот момент, как они уехали. Их на Лобном не было. Mm-hmm.
Было сразу видно, что Гранту Клаву не особо интересно. Да мне кажется, там это все увидели. Кира, может, сейчас не знаешь, они уже ушли. Ну, последние минут 20 назад на кухне тусили. Ульяна, ты клёвая. Привет из Воронежа. Привет, спасибо большое, Галя. Белые тигран заселились или отдельно живут? Ты честно, я уже запуталась. Они сегодня заселились, завтра отдельно. Сегодня заселились, завтра отдельно. Но вроде сегодня у них все нормально. Почему Юля малая сидит на проекте, она скучная и вообще. Ну, она уже не просто сидит на проекте. Влад с Алиной расстались. Да, я думаю, что это... Все на самом деле в отношениях все просто. Что, почему? А вот разбираться в самих проблемах очень тяжело. Макс, кстати, говорил о неискренности Алины к Владу. Но это тоже так не особо. Ну а причина, какая расставание у них, хоть намекни. Ну, якобы Алина увидела у Влада несколько личностей, которые толкнули. Везус теперь по ночам уезжает. Ой, я не знаю, но по идее он должен, наверное, уехать. Я не застала этот момент. Потому что я сегодня весь вечер, считай, в комнате просидела с детишками. Как у вас с Сашей? Никак. Саша за периметром. Алина на проекте? Да. Алина тут. Кто пришел к Юле? Вообще никак нельзя говорить. Так Клава орёт, да. Привет, Латвии, Риги, приветик. Бывший пришел. Да вам ничего рассказывать не надо, вы все знаете. Вы так в шале не съехали? Нет. Нет, не съехала. Как у Адеева дела в отношениях? Мы еще в них не разбирались, но что-то не очень хорошо. Адеев с какой-то другой уже. Твое мнение, получится у вас с мужем возобновить отношения? Я думаю, что нет. Может, и хотелось бы по-другому сказать, но я думаю, что нет. Там тяжело все, эмоции еще остались, а голова понимает, что там нечего делать. Адеев еще на проекте, да. Клава что-то возмущается. Да, она там с Грантом ругается.
У вас там каждый день все так кардинально меняется, да. Барсик вообще не пьет, и Крис не разрешает. А Барзиков не пьет, я не видел ни разу, чтобы он пил. А Крис он держит, да, дистанцию не разрешает много. А ты чего не на тусовке? Ну, во-первых, я с детишками вечером, это первое. А во-вторых, ну, что там делать? У меня сегодня не то настроение, чтобы там веселиться. Бела опять напилась на день рождения Владоса. Ну, подпила она, но вроде особо не дебоширила. Правда, когда я уходила, она опять вниз спустилась. Там они вдвоем или нет? Кто именно они вдвоем? Привет. Барзиков, наверное, выпьет и всех поубивает. Я не знаю насчет Барзикова, может быть. А где Макс? Нау, Макс. Яна как соленый в контрах. Ну да, они не помирились. Влада жалко, пипец. Ну, согласна. Есть. В этом тоже. А где дети спят? На диване или у них есть комната? Пока дети на диване спят. Я диван складываю, и там двухместный как раз для детишек. Макс покинул проект. Да, Клава, ты в отношениях? Нет. А где его изменяли, когда такое было? Грант пьяный? Нет, кстати, Грант вообще не пьяный. Безус на проекте? Не знаю, может, уехал вечером. О, они там дебоширят. Ой. Да вроде все успокоились. В идеале, конечно, деткам отдельную комнату. Но пока я одна, мне, в принципе, хватает. Почему? Соня ушла, ну кто хрен её знает, а спать такие разборки не мешают. Ну, честно, крайне редкие бывают такие разборки. Детки у меня не просыпаются, слава богу. Но они у меня вообще крепко спят, в принципе. И на фоне там, если что-то включаешь, вообще не слышно. Это потому что идеальная тишина, поэтому так сильно слышно. Ой. А какой у вас там график работы? Так странно, график работы. В 11 встаем и часа в 3-2 ложимся. В идеале надо домой с детьми ехать. А Дейфра расстроена или ему пофиг? Мне кажется, второе. Что Клава хочет от Гранта, сама себя ведет неадекватно. Я не слушаю их разборки, не могу сказать. Поэтому не скажу, что она хочет. Как народ в эфире.
если обсудить шаби, то там с детьми там было бы идеально. Если его обустроить, да, я об этом говорила. Шале, оно просто ограждено. А Саша уйдет с проекта, если с тобой не получится сойтись или сказать свою любовь на проекте. Ой, я не знаю, если честно. Вот. Ну, на данный момент я сомневаюсь, что он тут каждый день, типа, я ухожу. Грант отомстил Лёхе. Да еще неизвестно, насколько это достоверная информация. Сколько ЗП на Дом 2? Нельзя говорить. Запрещено. Все, все успокоились, все спят. Ну, хотя бы минимум и максимум. От Палтоса и... У кого как получается, ты действительно очень красивая девушка, одна из лучших участниц. Я тебе искренне желаю, чтобы у тебя появилась опора и любовь всей твоей жизни. Спасибо большое. Ульяна на проекте, возможно, встретит норм мужика. Я там нормального мужика не вижу. Максимум за 200 тысяч. Насчет мужика нормального я не знаю, потому что я тут нахожусь всего лишь месяц. Вот. Пока не могу сказать. Возможно и да, а возможно и нет. Неизвестно же, кто придет завтра. Так и не поняла, что там с Адеевым и его девушкой. Можно подробнее. Зарплату с первого дня получают. Первую неделю не оплачивается зарплата. Насчет Адеева и его девушки. Адеев его обвиняет ее в том, что она ему изменила с Грантом. Вот. Но это не точно, это так водно. Я думаю, завтра на лобном будем обсуждать это. Кто сегодня в ЗАГС ездил? Юля маленькая. Хребетович или Хребтович? Хребтович. Хребетович уже все чуть-чуть. Адеев выставил фото с экскурницей в доме. Шторм. Да я не видела, что он выставил, но сегодня, да, на поляне были разговоры об этой фотографии, что он там уже с другой тусуется. Ой. Так что вот так. Кем она ездила, Хребтович? Юля маленькая, пришел бывший. Да уже вы все знаете, да, бывший пришел. Тут уже про это писали просто.
такой есть. Дева, ненавидел, когда он перед ребенком тебя оскорбил. Ты что, не на вечеринке? Да, было, Дев меня видел, но у меня тогда просто само состояние морально было не очень. Вот. Почему я не на вечеринке? Во-первых, я с детишками, а во-вторых, ну, не хотелось они идти. Ой, не то настроение. Ну, в принципе, я не пожалела, что я не пошла. Ух ты, точно, наверное, договорняк с бывшим. В общем, идеальных пар нету. По увиденным в эфирах на Дом 2. Ну, мне кажется, в каждой паре всегда есть какие-то проблемы. Просто у всех они разные. Мне кажется, прям идеальных отношений сроду и нет. Может, когда-то были, знаете, в другие года. Как найти Антона в инсте? Антон на меня подписан. У меня он есть. Я на него тоже подписана. У меня в подписках можно посмотреть. Он там и есть как-то Антон. У меня не так много подписок. Что, давайте по последним вопросикам спать пойду. Уже пол второго, надо еще мыться. То за детки часов 10 встанут. Каш, не каш. Каш накрашу. Захарова придет на проект как участница? Ну, пока что не собиралась. Пока просто в гости приезжает. Раньше дочь видела. Она всегда бухала. Встретилась с подругой еще. Ага. Ну, Юлька вот сейчас тоже на вечеринке отрывается. Хотя Миша с Аленой классная пара. Ну да, у них крутые взаимоотношения. Спасибо за эфир, спокойной ночи. Берегите себя и деток. Спасибо вам тоже. Давайте, мои дорогие, завтра зайду как раз-таки в эфир, посмотрите и сможем с вами поговорить. Спокойной ночи вам. Оставайтесь такой же, какая ты есть. Супер. Спасибо большое и вам спокойной ночи.